ребята. Так, ну как жизнь у нас? Здрасте. Прекрасно. Ну, сбежал. Удалась. В органном зале не стал, а? 4 стал. Августа специально ЗАГС вызвали. Да. Я посмотрела, были у нас 6 июня. Да. Этого года не прошло. Как говорится, не прошло и полгода, и вот мы снова в Пензе, и мы бесконечно счастливы. И счастлив я, потому что я родом из соседней республики Мордовия, поэтому мы все уже давно существуем, коллектив 2010-го, а готовы, знакомы мы аж с 2002 года. Поэтому у нас, в принципе, у всех уже одна большая родина. И мы все вместе одинаково счастливы, когда приезжаем в Пензу, когда снова видим уже родные лица и видим, как они с нами поют. Они даже, надеемся, и сегодня не будет исключением, и они тоже будут плясать вместе с нами. Скажите, какую программу в этот раз привезли, или это вот все-таки... Ну, программа всегда как-то называется. В этом году она называется «Я нарисую дом». Понятно, что там прозвучат и песни, которые уже слышала Пенза, но будут и новые песни, которые в июне мы не пели. Программа все время обновляется, поэтому если мы в следующем году весной или летом снова приедем, будут тоже новые песни. Наверное, из-за этого люди приходят, потому что всегда что-то новенькое на наших концертах можно услышать. Что мы, ну, можно сказать, часто приезжаем. И спасибо вам за доверие, друзья, всем жителям Пензенской области, потому что у нас уже с регулярностью проходят концерты 2 раза в год. И всегда аншлаг. Слава Богу и спасибо вам огромное. В чем секрет полного зала, как вы считаете? Секрет? Ну, во-первых, мы относимся со всей душой к своему любимому делу. Оно у нас основное, это и хобби, это работа, это наша жизнь. И ну, мы надеемся, это люди чувствуют. Ну, судя по реакции, видно, что чувствуют. И вы видите... Пенза стала вашим вторым домом, скажем так, судя по тому, как вы сейчас к нам приезжаете. Ну, мы вообще как домой сюда приезжаем. Но Пенза это один из тех городов, когда мы начали практически, вот в 2010 году мы создали группу Садко и сразу стали сюда ездить. Это один из тех городов, первоначально, когда мы создали группу, стали вот постоянно сюда приезжать. У вас в Саранске, по-моему, неплохо принимали. И в Самаре отзывы, и в Ульяновске. Мы вот все думаем, где нас лучше принимать, в Саранске или в Пензе. Но здесь нам, помимо того, что нам нравятся люди, мы полюбили вот эту концертную площадку. Не знаю, здесь какая-то, несмотря на то, что здание новое, такое ощущение, что вот оно существует давно, и здесь какая-то очень хорошая энергетика. Может быть, дело не в площадке, может быть, дело в людях, а может быть, и в том, и в другом. В любом случае, мы счастливы, что мы сегодня снова здесь. Спасибо. Сами розами ужила в сердце хана, словно тенька острая колет мне глаза. Yeah.
10 лет. Будет большой концерт в Москве. Мы думаем, что и проведем его в январе 8 числа. Поэтому, друзья, ждем вас в Москве. Ну а мы действительно приехали из глубинок, и Александр Лихацкий приехал в Москву из села Буйла, Алтайский край. Спасибо! Все вы его знаете, и я его знаю. Самый высокий блондин из Алтая. Угадали. Угадали тебя. Какая фигура! Какое лицо! Теперь он женатый и на пальце кольцо. А ведь не правда. Да, друзья, вот. Действительно, в августе месяце Александр поменял свой статус, и тебе уже спадает. Свадьба уже полгода закончилась. На женатого. А горько все кричат. Да, это наши друзья. Красавица. Да, Кагачева. Маргарита Анатольевна, сеть клиник медицины для вас. Всегда мы в Пензе лечимся. Знаете, почему мы такие счастливые? Пенза – уникальный город. Сюда мы приезжаем отдыхать, лечиться и любить. Высокие профессионалы. Дядя Вова, красиво говоришь. Спасибо. Вот так. Дядя Вова. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Спасибо, Пенза. Ну, я, Владимир Макаров, приехал в Москву из села Богородское Кольчугинского района Владимирской области. Он тоже хороший и красивый с лица, но он не женатый и нету кольца. Садко самый стильный, и одет он по моде. Встречайте, любите, Макаров Володя. Вы наш стихоплетчик-сушечник. Самый кудрявый композитор группы Садко сегодня в Мурке. Александр Бардин приехал в Москву из села Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия. Как здоровье?
спешу к тебе, одно я на земле. Перчат красивых ноток, а я спешу с певцом на земле. Перчат красивых ноток, а я спешу к тебе, одно я на земле. Перчат красивых ноток, а я спешу к тебе, одно. Улетай в звезды, на
Наш звукорежиссер Михаил Смаглей, город Москва, молодой, красивый, и сегодня у него пятый концерт, юбилейный, в группе Садко. Он высоко от вас, вы его не увидите, он вам помогает, это Вячеслав Исаков, он из республики Мариэл, город Йошкар-Олэ. Спасибо. Спасибо. Еще спеть. Тогда поем и пляшем вместе с группой. Садко. Ну, пришло время, друзья, танцевать будем. Отлично. Выше руки, выше ноги. Встаем и зажигаем. Играй, поемка и страдай. Поет моя душа. И сердце не кидает, маленько дает. Разве не шестой налет? Сейчас плясать пойду. Душа горит, да поэтому скудру. Мы встречались с тобою под луною. Тихо плыли в ночи, облакай. Завлекал тебя своей игрою. Ну а ты за собой позвала. Играй, коленка не страдай. Поет моя душа. И сердце не кидает. Твои гадали. Разве не честной народ? Сейчас плясать пою. Душа горит. Домой вернусь к утру. Целовались всю ночь до рассвета. Возвращались под утро домой. Я казалось,
Спасибо огромное. Мы счастливы. Группа! Спасибо! Вы знаете, но мы не устанем повторять. Пенза, мы вас любим! Друзья, ну, я все запечатлел на свой телефончик, так что вы все видели. Излишние слова тут лишние. Не буду говорить лишних слов. Так что, Пенза. Вы знаете, как мы вас любим. Когда-то все начиналось с Пензы, с фестиваля. Пожалуйста. Давайте по-быстрому только, ладно? Давай. Опа. Спасибо, Пенза. Пойдем. Ура, самые стойкие остались. Сейчас, пойдемте вот туда сейчас. На руке, давай. На руке. Такие руки на руке. Стой, смотри, сегодня на мне. Афиша, афиша. Кстати. Через мягкий знак, шурим, чили. Счастье. Есть жизнь, счастье. Удачи вам, ребят, везде. Да. Черкануть? Да, конечно, Татьяне. Опа, вот так. Спасибо. Да, сейчас. Так. Ты там тоже, что ли?
Смотри, а плясать-то легче. Чем автографы давать, да? Сейчас я напишу. Ну, спасибо, ребята, за ваше творчество. И вам спасибо. Спасибо вам. А где еще один? Ну, вы преданные, любящие, не отзывчивые. А вы такие заводные. Да вы что? Четверых мало, еще четверых. И в таком позитиве. Молодцы. О, я думаю, почему я сегодня так пляшу. Да. Остановиться не могу. А вот все благодаря Ирине. Вообще, правда. Я честно, я уже лет 35 так не плясал. Признаюсь, честно. Не, правда. У меня девушка сегодня на массаж делала. И вчера. И вчера. Вот почему. Да, не, правда. Просто супер. А. Нет, а мужчина делает лучше все-таки, я хочу сказать. Кто, чего? Мужчина делает лучше. А, мужчина, массаж? Да. Вы знаете, вам да. Мужчина нужен. Я знаю. А нам не надо советовать. Вам мужчина, а нам мужчина. Мальчики, можно с вами сказать? А мы сейчас встанем, пусть дали. А мы сейчас встанем и будем обнимать вас. Смотрите, не знаю. Марья Михайловна, сколько букв там много. О, на кошельке. Ух ты. На кожаном. Кому-то написать или просто? Семье. Сашка, Галина Михайловна здесь. Здесь бюджет всей семьи. Галине Михайловне, да? Михайловне. Да. Мордовская фамилия. Папа ген заложил. Счастливый через я. Мне почему-то так сразу мозги закипают, когда я пишу. Очень спасибо. Раз и Волгограду привет. Мы еще там не были в этом сезоне. А это значит, что все впереди. В октябре? А сейчас что? Ноябрь. Санек. Раз уж стали портить, так надо пополнить. Аккуратно, это как ты красиво испортил. От Мордвина. Мордвин, да, как звучит гордо? От Мордвина. Да, Саня, вот здесь. Нет, нет, там нет. Сейчас я черкану. Большой человек, привет. Так. Саша. Владимир Владимирович, выйдет? Нет, тоже Саша. Чего, шатали? Ушатался его. Не, у него дела сейчас. Давайте прям быстренько по одному. Давайте, раз, два, три. Так, следующий. А вот большой. И лучше по очереди. Приготовьтесь и по очереди. Раз, раз, раз. Да, вы поглядите. Мы вас любим. Спасибо. Дорогие наши пензенцы.